Добрый день, дорогие друзья! Компания RS Property рада приветствовать вас в гостеприимной Алании. Сегодня мы с вами приехали в один из самых зеленых и экологически чистых районов нашего города. Это, конечно же, район Каргыджак. Здесь я хочу познакомить вас с уникальным проектом, где на продажу представлена меблированная квартира планировкой 2+1. На территории данного комплекса есть открытый плавательный бассейн, аквапарк, крытый подогреваемый бассейн, турецкий хамам, сауна, тренажерный зал, детская игровая площадка и детская игровая комната. Также на территории комплекса имеется открытая подземная парковка. И отдельно хотелось бы отметить, что в комплексе имеются солнечные батареи, которые значительно сократят ваши расходы на затраты электроэнергии. Ну а прямо сейчас я предлагаю вам подняться в квартиру и посмотреть ее. Приступаем с вами к просмотру. Сейчас мы находимся в прихожей, которая у нас имеется при входе в данную квартиру. Здесь слева от меня у нас располагаются шкафы для хранения каких-то вещей, также для хранения, конечно же, верхней одежды и обуви. В той части квартиры у нас находятся спальные комнаты. А здесь у нас с вами располагается уже гостиная, очень просторная светлая гостиная, совмещенная с кухней открытого плана. В кухонной зоне установлен комплект качественной корпусной мебели и также установлена уже вся необходимая бытовая техника. Также у нас в кухонной зоне установлено большое окно, которое при желании всегда можно открыть и проветрить данную зону. Что у нас касается гостиной, то здесь у нас она, конечно же, полностью оборудована всей необходимой мебелью. Это мягкий диван, два мягких кресла, уже имеется телевизор и установлен кондиционер. И из гостиной у нас имеется выход на просторный балкон. Размеры данного балкона позволят вам спокойно оборудовать здесь настоящую зону для отдыха. Разместить, например, удобную комфортабельную балконную мебель, поставить качелю и каждый день наслаждаться видом на ухоженную зеленую территорию комплекса, а также с балкона у нас имеется небольшой вид на море. Во второй части квартиры у нас располагаются справа от меня детская спальная комната, по левую руку от меня у нас находится гостевой санузел, а здесь уже у нас с вами расположилась хозяйская спальная комната. По размерам данная комната весьма компактная, здесь у нас имеется индивидуальный санузел. Комната полностью оборудована всей необходимой мебелью, это большая двуспальная кровать, две прикроватные тумбочки, очень вместительный шкаф для хранения всевозможных вещей, также есть небольшой комод с зеркалом, и из этой комнаты, так же как и из детской спальни, у нас имеется выход на просторный балкон, откуда открывается прямой вид на Средиземное море. Стоимость данного предложения на сегодняшний день составляет 143 тысячи евро. Более подробную информацию вы, как всегда, найдете на нашем сайте resproperty.ru. Данный объект находится под номером 7372. Ссылка на него, как всегда, появится в описании данного видео. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить нам лайки и нажимайте на колокольчик. Ну а я прощаюсь с вами, до скорых встреч!